Часто у меня, как у сексолога, спрашивают, а что делать, если я не хочу глотать? Вот нет у меня такого желания, как по-другому можно закончить и финализировать процесс ласки у мужчины. Об этом поговорим в данном видео. Аллергия на сперму. Да, ваше право. Не хотите, не надо делать. У тебя отвратительное на вкус, как бы отвали, вот это все вытекало изо рта и будет жечь. Меня зовут Ольга Штерн, я психолог, сексолог, секс-коуч и человек с огромным количеством дипломов, а также эксперт в онлайн-школе сексуальных техник гейша. Пожалуйста, в комментариях напишите, как вы относитесь к данному процессу, нравится вам или не нравится, или, может быть, у вас есть какие-то лайфхаки, обязательно делитесь. Также не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы все видео сразу же у вас появлялись, и вы получали неимоверное удовольствие во время близости. Первое, что я хочу сказать, что вы имеете право поступать как вам угодно. Если вы хотите доводить до финала, проглатывая, ваше право. Не хотите, тоже ваше право. И на самом деле самое важное – это быть в гармонии с собой и не делать то, чего вам неприятно. Это касается не только данного процесса, но и в принципе. Поэтому честность – база. Нет честности, будут потом проблемы, и вы будете не понимать, а почему у вас состояние грустное, состояние не кайфовое и так далее. То есть первая мысль. Не хотите, не надо делать, есть хитрые способы, об этом поговорю. Посмотреть бесплатные уроки по искусству оральных ласк, по искусству интимного массажа и другим темам вы можете на нашем официальном сайте. Для этого нажмите сюда. Вы пойдете на нашу официальную страничку, где вам нужно будет ввести свой верный email. Туда приходит доступ в личный кабинет, где вы сможете посмотреть наши бесплатные уроки. Но вернемся к теме глотания. Второй момент. Сразу хочу сказать, вы не обязаны оральными ласками, если не хочется, доводить мужчину до финала. Есть другие способы, я думаю, мы все догадываемся, какие именно. То есть можно до финала доходить по-другому. И тоже вы вольны это делать, или, по крайней мере, вы можете это делать не каждый раз, опять же, в зависимости от вашего желания и от потребностей, и от того, что, в принципе, хочется вам. Следующий момент. Почему может быть неприятно проглатывание? Бывает такое понятие, как аллергия на сперму. Да, действительно, это есть, когда начинается аллергическая реакция. Она не так часто встречается, но, тем не менее, такое в жизни бывает, и, например, вот это вот такой момент. Неприятно бывает, когда запах какой-то не такой, и вкус вам не нравится, тоже имеете право не завершать данное действие именно таким образом. Что делать? Можно прямым текстом сказать, ну, не так, что у тебя отвратительное на вкус, как бы отвали и вообще не подходи ко мне на расстоянии пушечного выстрела. Скорее всего, это не очень позитивно скажется на ваших отношениях. Но если вы скажете, слушай, мне было бы здорово, если бы ты мне финишировал на грудь. А меня это очень возбуждает, будоражит. А может быть такой способ. Можете сказать, что мне очень прикольно, чтобы вот это все вытекало изо рта и капало куда-то, смешивалось с вашими собственными слюнками. Вы можете об этом не говорить, а просто так сделать, чтобы вот это все происходило, и все были счастливы от того, что творится. Вы можете с оральных ласк во время финала переключаться на мануальные ласки, то есть на ласки руками, и тогда, в принципе, этот вопрос не будет стоять, но здесь не забывайте про смазку, потому что можно сделать неприятно, если все это будет происходить на сухую. Пожалуйста, это все учитывайте, и подробно о том, что именно вы можете делать руками, мы, в частности, в гейше говорим в курсе «Нежные ручки», это тренинг по искусству именно интимного массажа. Еще очень важное предостережение, возможно, вы с этим уже сталкивались, пожалуйста, избегайте попадания спермы в глаза, будет жечь и может быть эффект красного глаза. Просто знайте об этом, и если вы еще этого никогда не испытывали, искренне вам желаю никогда этого не испытать. Из прошлого пункта логично вытекает, чтобы мужчина финишировал не только на грудь, а в какие-то другие части тела, и здесь уже простор вашей фантазии, что вы хотите, как вы хотите, только берегите, пожалуйста, глаза. Конечно, существует там еще разные хитрости, если все-таки вы готовы проглатывать, и глубокое горло, тогда вы вкуса не почувствуете, использование вкусовых смазок. Но это только если вы все-таки решитесь, об этом я подробно говорю в курсе «Волшебный поцелуй по искусству оральных ласк». Что бы вы ни делали, пожалуйста, всегда помните,
о своих желаниях, о своих потребностях и не идите против себя. И прямо сейчас посмотрите другие видео онлайн-школы обольщения гейша. Некоторые из них вы видите на экране прямо сейчас. Не забывайте ставить лайки, нажимайте на колокольчик и до новых встреч!